Хорошо, я не волнуюсь. Здравствуйте. С нами Радио Свобода. И мальчик, маленький мальчик и котик. Митя, смотри сюда. Митя, посмотри на рёшку. Кто тут? Кто-то, Митя. Котик? И так руками махает, и чё? А как котик этого зовут? Ма, как кошечку зовут? Как хочешь, еще не называли. Буду звать ее котик. А, она пытается Мичелла терапию. Мам, у меня есть кофе, о чем ты говоришь? Молодой специалист, котовод Майкл пытается найти общий язык с белым котом. Вот так руками махать, кто-то взлететь хочет. Интересно у тебя, Митька, да? А где собака? Где собака? Митя, где собака? У нас еще есть собака здесь. Вот и собака. Как собаку зовут? Эй! Радио Свобода свободно общается со всеми животными. Мы любим животных, животные любят нас. Классно. Собака, классная собака. Прикольная. Молодой специалист, собаковод и котовод Майкл. Возвращаемся снова к репортажу. Что ты тут, Митя? А? Класс, Митя, да? Котик. Котик, котик. Опа, оп, оп, оп. Нападение на камеру. Да. Здесь томатный сок и водка. Сейчас, сейчас все сделаю, дружище. Митя, давай за котом. Где кот? Где кот? Молодой специалист, котовод Майкл пытается проникнуть в недра дивана. Дивана, где же котик? Где котик? Так, умное лицо надо сделать. Типа, как бы, типа, ищем. Оп, пачки. А вон и котик. Молодой котовод пока не замечает. Идем на поиски. Оп, 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 оп. Пробежечка. Пролазочка. Опачки. А вот и котик. Фу-фу, нападение на котовода. Котик, 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 котик.